В рамках общественного контроля за деятельностью полиции члены общественного совета при УМВД России по Одинцовскому городскому округу проверили работу дежурной части Лесногородского отдела полиции. В ходе проверки уделялось особое внимание ведению документации по приему и регистрации заявлений и сообщений граждан о преступлениях и правонарушениях. Проверяющий побеседовал с сотрудниками дежурной смены, а также осмотрел специальное помещение для задержанных и комнаты для приема граждан.